Всем доброе утро и добро пожаловать на мой доклад о приложении следующего поколения с Blazor. Дайте я представлюсь, меня зовут Крис, я Principal Soft Developer, работаю в стартапе в Лондоне, я Microsoft MVP, веду блог chrissaint.com. На данный момент я пишу новую книгу Blazor в действии, и я довольно много веду опенсорсной работы, продвигаю, продаю, разрабатываю опенсорсные пакеты в организации, которая называется Blazor. И, наверное, достаточно обо мне с точки зрения сегодняшнего доклада. Я довольно много кода вам покажу, буквально несколько слайдов базовой информации о том, что такое Blazor. И затем я просто буду показывать вам код. И большую часть следующего часа мы на самом деле проведем в Visual Studio, просто напишем приложение на Blazor, чтобы вы поняли, каково это разрабатывать на Blazor. Что такое Blazor? Это фреймворк на компонентах, предназначенный для построения интерактивных интерфейсов. И это эквивалент Angular или Vue.js, и, возможно, даже React. И это цель. И они меняют подходы к JavaScript. И это очень продуманная архитектура. Это компонентная модель, которая отвечает за то, как приложения пишутся, и модель хостинга, которая отвечает за то, где и как они работают. Мы можем использовать Blazor для большого количества приложений, и я сегодня поговорю с вами о том, как использовать Blazor для разработки веб-приложений. Но из-за этой архитектуры на самом деле очень много происходит сейчас экспериментов, и вы видите сейчас, как Blazor работает на обычном десктопе, на десктопном окружении. Мы для этого использовали Electron. Сейчас Стив сам создал новую технологию WebWindow, которая такой электронный диете, и Blazor не отлично работает. И мобильный Blazor, это эксперимент, задачей которого является разработка на Blazor нативных мобильных UI. И я хотел бы повторить, что все эти вот вещи справа, да, две вещи, они эксперименты, они вне в проде, они не поддерживаются пока, но это просто попытка Microsoft потрогать и проверить, насколько далеко эту технологию можно продвинуть. Поэтому мы сегодня поговорим о веб-версиях. Есть две модели веб-хостинга. Есть Blazor Server и Blazor WebAssembly. Blazor Server — это модель хостинга, когда ваше приложение работает на сервере, похожим образом, как Razor Page или MVC. Но интересным отличием является то, что есть только одно, подключение между клиентом и сервером через SignalR работает. И это означает, что сервер на Blazor очень маленький, очень быстро загружается, ему не нужно скачивать на клиента много. Преотрендеренные приложения по умолчанию используются, у вас есть полный доступ к фреймворку .NET, то есть все, что раньше работало у вас, продолжает работать. Также безопасность кода. Ваш код остается на сервере, и только небольшие обновления UI отправляются на клиента. Однако, с точки зрения минусов, у вас большая нагрузка на сервер. Сервер должен отслеживать всех клиентов, которые к нему подключены. Это также означает, что поскольку подключение через SignalR, то требуется постоянное подключение к серверу. Если подключение упало, то приложение просто замерзает и фризится, пока не восстановится подключение, с ним ничего не происходит. И как следствие, задержки имеют большое значение, потому что UI будет работать, если лаги большие, медленно. Около 200 миллисекунд — это
тот, та задержка, до которой интерфейсом все еще можно пользоваться. Ну и теперь о Blazor WebAssembly. Это технология, которой многие восхищаются, и это возможность запустить код C-Sharp в браузере с помощью новой технологии, которая называется WebAssembly. Это стандарт, это четвертый язык веба, принятый в декабре прошлого года. И все ваши приложения, все daily, они загружаются в браузер и пополняются с использованием интерпретатора браузера. Преимуществами здесь является то, что все работает на клиентской стороне. Это полная реплика всего фреймворка JavaScript. Очень просто использовать WebAssembly, это PWA. Все работает в браузере. Вам нужны API, конечно, для того, чтобы какие-то дополнительные данные получать, особенно, ну, например, в какой-нибудь игрушке или простом приложении, которое не требуется сервер, можно работать так, полностью в офлайне. Также то, что хорошо в WebAssembly, это то, что если вы используете WebAssembly, то фактически вы статические файлы деплоите. То есть GitHub, страницы или Netlify, как в Amazon X3 или в Azure Blob Storage, вы можете хостить очень дешево ваше приложение. Еще одним большим преимуществом Blazor WebAssembly, если вы разрабатываете на .NET, это возможность делиться кодом. То есть вы используете .NET код, то между фронтендом и бэкендом можно просто делиться кодом для ваших классов. И это огромное преимущество, поскольку если вы используете на бэкэнде .NET, то автоматом до этого приходилось, например, на Java, да, в случае с JavaScript библиотеки перекомпилировать, да, перерабатывать, а в данном случае это не нужно. Хуже то, что достаточно медленно это работает, поскольку это вычисляется, работает в браузере и для нагруженных задач, которые требуют большой нагрузки на процессоры. Не очень хорошо, и большие изначальные загрузки. То есть вы целый рантайм загружаете, поэтому начальная стоимость для пользователя будет достаточно ощутимой. Как только вы загрузили все в браузер, все это кэшируется, поэтому пользователю не приходится каждый раз платить эту цену. Но также есть еще IO-линкинг технология, которая позволяет существенно улучшить здесь эти параметры. На этом мои слайды закончены. Это все, что я хотел вам показать в PowerPoint. Мы просто сейчас закроем PowerPoint и пойдем в Visual Studio. Я просто вам покажу настоящее приложение, которое работает. Ну вот мы в Visual Studio. У меня здесь решение на Blazor WebAssembly, и это хостящаяся версия. То есть у нас приложение на Blazor WebAssembly и проект SPCore Web API. И есть разделяемый код, который там и там используется. Поэтому вот эти проекты заведены. Поговорю о структуре чуть позже, но покажу, с чем мы работаем. Вот приложение, над которым мы сегодня будем работать. Это выдуманная компания, занимающаяся ремонтом. У них такое очень простое приложение, такой дашборд, на котором ничего нет. Новые починки, новые задачи на починку. И единственная страница, на которой хоть что-то есть, это все произошедшие уже починки. Вот все, что эта система делает. Что мы хотим сделать за этот час? Мы хотим посмотреть на три основные части Blazor. Посмотреть на форму и валидацию, взаимодействие с JavaScript и аутентификация и авторизация. Если мы вернемся в Visual Studio, я поговорю немножко о лейауте наших проектов на Blazor. По умолчанию проект на Blazor
делит все свои файлы по типам: страницы, шары и так далее. Я так не люблю организовывать приложения, я не думаю, что это легко масштабируется, поэтому обычно я вот делаю такие фичер-холдеры, папки с фичами. Вот папки, папка features, да, и дальше там все наши фичи-приложения. Дашборд, экран новых починок, все починки и так далее. И всякие штуки такие, как layout или карты, все, что между различными элементами используется. И у меня также здесь немножко CSS для стиля и управления представлением. Но еще одна вещь, которую я хотел отметить, это то, что любая страница, которые достигаются по URL, я просто называю это как веб-пейдж, чтобы их проще было идентифицировать. Это должно быть стать понятно по мере того, как мы будем работать над приложением. Поэтому первое, что мы сделаем, мы откроем вот эту страницу новой починки, нового ремонта. И вот так вот мы создаем страницу в Blazor. Все в Blazor является компонентами. Вот эта страница тоже компонент. Видите, расширение .razor. И мы говорим add page и соответствующий компонент, на котором, который будет загружен. Если мы вот сюда пойдем, увидим здесь в адресном поле /repair/new. И вот чему это соответствует. Ну, отлично. И мы хотим посмотреть на формы и валидацию. Давайте проверим, как это сделать. Я сюда небольшой кусок кода поместил, кое-что свернул, и мы сфокусируемся вот на этой средней части сейчас. Что я здесь делаю? Я добавил обычную HTML-форму. Форма с действиями. И она будет какие-то данные нам предоставлять. Видите, разметил какими-то метками. Обычная форма. Вернусь в приложение, нажму Refresh, прошу прощения. Я сохранил это в Visual Studio, нажал Refresh, и это заставило Visual Studio сделать для меня rebuild. Мне не нужно делать build вручную. Я добавил новую форму. Это информация, которую мы собираем для того, чтобы новый ремонт запланировать. Имя, проблема, какой-то конкретный профессионал или область, в которой работает человек, который будет производить и так далее. И система запостит это в нашу базу. Как заставить это работать? Поэтому мы идем сюда, и в первую очередь нам нужно найти модель в C-Sharp, которая соответствует информации, отображает информацию, которую мы будем записывать сюда. И я пойду сюда и добавлю новое поле для нашего компонента. И мы вот в этом блоке кода это сделали. Это место, куда мы можем добавить любой код на C-Sharp. Любой код, который вы хотите, даже классы можно здесь обновлять. Что я здесь сделал? Я добавил новое поле, вот эту модель починки. Она хранится у меня в вот этом общем проекте. Вот эта модель про ремонт, которая содержит всю информацию, которую я хочу здесь хранить. Это общий проект, то есть наша серверная часть тоже может к ней доступаться. И теперь, когда это готово, мне нужно просто связать все HTML-ные контроли с соответствующими свойствами. Поэтому просто вставлю сюда немножко кода. Что я сделал? Я добавил директиву bind из Blazor к каждой из этих HTML контролей. И это позволяет найти их в Blazor. Когда пользователь вбивает что-то в этот контроль, то я привязываю это к названию имя, например, в моей модели RepairModel.
То же самое я делаю для проблемы, для профессии человека, который будет это исправлять, и номер, контактного номера. Я не хочу теперь это просто сабмитить с помощью HTML. Я хочу обрабатывать это в Blazor, прямо в своем коде на C#, потому что я могу тогда взять эту модель, сериализировать ее в JSON и запустить свою к себе обратно. И смотрите, что для этого я делаю. Я делаю вот этот form submit, и этот метод берет вот здесь из директивы inject, это как мы делаем инъекции, мы говорим inject, тип, который нам нужен, и локальное имя. И теперь с этим HTTP-клиентом я что говорю, постить в качестве JSON мои починки в модель Repair Model. И что произойдет? Если ответ успешный, то я просто тогда показываю сообщение об успехе и перезагружаю модель, перезагружаю форму. Вот оно, это сообщение об успехе. Если успех достигнут, то я вот это сообщение показываю. И напоследок мне нужно убрать эти действия или методы, потому что я буду обрабатывать это в коде на C#. И вместо этого я воспользуюсь событием Blazor. Он submit, и переопределю форму события on submit, и вместо того, что обычно там задано, использую handle form submit, из версии из Blazor. Вернусь сейчас к приложению, обновлю страницу. Опять же, весь билд происходит в бэкграунде. Меня зовут Джон, у меня сломалась раковина, мне нужен, соответственно, водопроводчик, и вот мой номер телефона. И, видите, у нас появляется сообщение об успехе, и если мы посмотрим на новые ремонты, они добавлены в нашу систему. То есть отлично, все работает. Мы обработали эту форму с использованием событий Blazor и не писали никакого HTML. Но у нашей формы есть проблема. Если я нажимаю «Сохранить», то submit происходит, и здесь на странице новых починок у меня просто появилось пустое поле. Это не очень хорошо. Я не хочу таких плохих данных. Поэтому нам нужно добавить валидацию в эту форму, чтобы незаполненную форму нельзя было засабмитить. Я хочу открыть модель починки и обновить ее таким образом, чтобы она использовала аннотации данных. Многовато. Ну, отлично. Если вы знакомы с аннотациями данных, это встроенные механизмы валидации в ядре ISP. Вы можете использовать и другие механизмы валидации, если хотите, но давайте начнем с механизма по умолчанию. Вы можете предъявить какие-то требования для имени, например, я говорю, что требуется, иначе вот показываете вот такое сообщение. Минимальная длина 10 символов, это требуемое описание, да, имеет минимальную длину 10. И регулярное выражение, не ужасное совершенно, которое проверяет, что это действительно английский номер телефона. Сохраняю. И что здорово в использовании fullstack.net? Если я попробую сейчас засабмитить эту форму, я должен забилдить ее. Пробуем еще раз. Видите, я сейчас нажимаю, и ничего не происходит. Я не вижу никаких сообщений. Если я пойду в инструменты браузера, попробую засабмитить форму, и он говорит, API на самом деле отказывается от модели, потому что появляются проблемы валидации. То есть, добавив вот эти аннотации в модель, API уже
может это обработать. Но что хорошо, API теперь не получает неверные вводы, но пользователю не очень хорошо, он ничего не видит, не понимает, что не так произошло. Поэтому давайте это поправим тоже. В нашем компоненте мы теперь возьмем элемент формы и переедем из него к другому компоненту, который называется EditForm. И этот компонент, который встроен в Blazor, это мгновенная замена форм в HTML. Это компонентное представление в Blazor. Что она делает? Она дает вам возможность вот эти механизмы валидации и огромное количество еще полезных штук делать. Чтобы воспользоваться этим, я поменял все HTML-компоненты на их версии с Blazor. Версии компонентов в Blazor есть почти для всех HTML-контролей, например, input text вместо обычного input, область текста вместо области текста обычной, выбор вместо обычного выбора, input выбор. И я привязываю их к свойствам своей модели. Здесь ничего не меняется. И в моей форме мне нужно сказать, с какой моделью я работаю, repair model. И поскольку она нам предоставляет доступ к большому количеству событий, я могу здесь, видите, использовать другую форму onvalid submit. То есть, когда мы работаем с формой, мы можем воспользоваться вот этим. Что она делает? Она проверит, верно ли заполнена форма. И обработчик запустится, хендлер запустится только в случае, если она полностью корректно заполнена. Вам вообще тогда не нужно волноваться о полноте и валидности. То есть, этот метод вообще будет вызван только тогда, когда форма заполнена корректно. Теперь мне осталось сказать Blazor, какие механизмы валидации я использую в своей форме. Это практически plug and play, можете очень быстро все менять. Я бы сказал так вот, например, я хочу использовать Data Annotations Validator. Он включен в Blazor по умолчанию. Поскольку я добавил его, то эта форма теперь будет проверяться на валидность. Если бы я хотел использовать другие механизмы из Fluid, например, очень популярная альтернатива, то вам нужно будет поменять Data Annotations Validator на Fluid Validation Validator. И это будет другой компонент Blazor, но просто меняя эти компоненты, очень легко вот таким образом. И добавлю еще один компонент, называется Validation Summary, который перечислит все виды валидации в нашей форме. Все ошибки валидации. Теперь я иду сюда на страницу, снова делаю build, и если мы теперь нажмем на сохранить, мы видим все ошибки. И все эти, поскольку это часть компонента формы, то применяется класс каждый раз, когда контроль использован некорректно. Например, вот здесь, видите, красная граница появляется. Если я корректно ввел, то она становится зеленой. Это удобно. Могу вбить ту же информацию. Мне нужен водопроводчик, номер телефона. Все зеленое. Я могу нажать «Отправить» и вижу свои корректные заполненные данные на странице заказов и починок. Поменяю одну вещь. Не нравится мне вот это вот с точки зрения пользовательского опыта перечисление ошибок. Мне гораздо удобнее смотреть на них там, где они совершены, и я, например, уберу вот этот компонент Validation Summary и ко всем формам добавлю другой компонент. Тот же самый код, но для каждого контроля есть отдельное сообщение об ошибке. И оно говорит, какую свойство
для какого свойства я хочу выдавать сообщение. Обновляю. Происходит билд, нажимаю save, и теперь я вижу сообщения об ошибках под каждым полем. Мне гораздо проще таким образом понять, где находится проблема. И не скроллить сверху вниз. Вот все, что касается форм и валидации. Мы взяли обычный HTML4 и улучшили его с помощью компонентов Blazor для того, чтобы создать такое богатое представление для пользователей. Следующая вещь, которую мы посмотрим, это взаимодействие с JavaScript. Чтобы это сделать, мы расширим вот этот дашборд, нашу контрольную панель. Было бы здорово визуализировать как-то наши починки, и мы это сделаем как раз на дашборде. Мы пойдем в Visual Studio. И первое, что я сделаю, мы пойдем в root, папку root. JS. У меня здесь есть вот chart min.js. Это JavaScript, библиотека JavaScript, называется chart.js. Очень популярная для рисования графиков. И она очень полезна для того, чтобы разобраться, как использовать JavaScript в Blazor. Обычно вы можете, конечно, многого достичь, не используя JavaScript, но каждый раз несколько идей о том, как использовать JavaScript, появляется, и на самом деле очень много хорошо протестированных вещей на JavaScript написано. Поэтому для того, чтобы не делать по второму разу, мне бы что хотелось? Мгновенно в API C-Sharp изолировать это, да, и использовать эти компоненты на JavaScript в своих проектах. Вы можете, на самом деле, даже забыть, что это JavaScript под капотом. Первое, что нам нужно сделать, это создать JavaScript файл. Говорим JavaScript, назовем его chatwrapper.js. Сюда кода немножко вставлю и сверну. Это, в общем, boilerplate история, да, не так важно. Единственное, на чем вам нужно сосредоточиться, это вот то, что я здесь оставил. Для системы взаимодействия Blazor с JavaScript, это в .NET 5 немножко поменяется, мы еще до этого не дошли. Нам нужно что? Нам нужен объект, который к общей модели данных приделан, да, в данном случае к window. И я все свои функции представляю как часть этого класса Blazor Repairs. И вызываю вот эту функцию buildChart, и chart.js нужен элемент для того, чтобы отрисовать свой чарт, и просто передам его в новый инстанс chart.js, определю, что это барчарт, ну и немножко данных. Это просто захардкоженные данные. Не так важно на данный момент. Просто чтобы у нас все работало, я просто захардкодил какие-то данные. Самое важное, что нужно понимать, что функция к глобальному скопу привязана. И добавляю пару скриптовых тегов для того, чтобы сослаться на chart.js и chart-wrapper, который мы сейчас создали. Можем избавиться от этого. Теперь можем вернуться к нашим компонентам, нашему коду на Blazor. Это... Давайте пойдем. Я хочу добавить фичу дашборд, новый компонент, и назовем его chart.raiser. Это то, где будет отрисовываться график. Добавил сюда несколько строк кода. Давайте покажу. У меня обычный HTML canvas, и в этом коде я здесь создаю поле element reference. Это тип, который
присутствует в Blazor, и он представляет собой ссылку к, на ссылку к HTML-элементу. Чтобы поймать, да, отобразить эту ссылку, я использую вот этот ref и говорю, что возьми этот элемент reference и помести его в мой chart-контейнер. Я могу также использовать эту ссылку и ее передать в JavaScript. Чтобы это сделать, мне нужно сделать это внутри метода lifecycle метода. И у Blazor, у компонентов Blazor есть три таких метода: on initialize, on premise и AutoRender. Обычно при взаимодействии с JavaScript on AutoRender используется чаще, потому что это означает, что компоненты уже отрисовались. Потому что нам, конечно же, нужен этот canvas, чтобы он там присутствовал, прежде чем мы что-то с ним сможем сделать. Я вызываю свою функцию на JavaScript, JS Runtime. Я снова делаю эту инъекцию, которую вы видели раньше. И у него есть два метода. Invoke и Void Async. Async используется, когда мы получаем значение обратное, а Invoke Void, когда не получаем. Первый аргумент — это функция, которую мы вызываем, базирующаяся на глобальном пространстве имен. Мы используем BlazorTrepairs и BuildChart. Chart. Вот объект BlazorTrepairs, и в нем BuildChart. И после этого просто параметры. И мы передаем нашу ссылку на элемент. Вот здесь он, в JavaScript. Это наш компонент график. И теперь, если мы пойдем на страницу с дашбордом, то мы можем поменять код здесь на наш график. Вот так. Пока больше ничего не делаю. Давайте посмотрим на наше приложение. Посмотрим, как выглядит. Отлично. Похоже, что взаимодействие с JavaScript работает. Мы отрисовали наш чарт на chart.js, и наши данные захардкоженные туда показывает. Секунду назад буквально. Все красиво отрисовывается, можно мышку навести. Но поскольку у нас сейчас данные захардкожены, это не бесполезно. Давайте сделаем это чуть более полезно. Что мы сделаем? Мы вернемся вот сюда, и я обновлю вот эту функцию построения графика. Что я здесь сделал? Я убрал все, что было захардкожено. И там, где мы вводили тип, я передаю тип и данные. Они были захардкожены, а теперь они передаются отсюда вот сверху. Я также упомянул некоторые глобальные настройки для графиков. Про это к теме доклада не имеет отношения. И сейчас у нас есть почти все, что нам нужно. И мы можем закрыть этот файл, мы к нему не вернемся. И вот эти захардкоженные данные мы теперь не используем в JavaScript. И можем... Но нам еще остается представить это в... C-sharp части кода. И я добавлю здесь. Добавлю вот этот код. Мне на самом деле здесь много внимания не нужно. Это просто структуры данных, которые используются в JavaScript. Список ярлыков, список датасетов и так далее. Ну, в общем, очень тоже boilerplate код. Нам сильно в нем разбираться не нужно. И теперь давайте вот что сделаем. Нам нужно добавить пару параметров.
И это публичный API для наших компонентов. Я говорю, все, кто использует компонент chart, должен иметь возможность отправить мне данные и отправить тип. И вот эти параметры нам, собственно, такое позволяют создать такой публичный API. И я передаю его в нашу JavaScript функцию. So we're just going to pass that down. So that's basically it for our chart component as well. That should do us there. Это наш компонент графика, и нам нужно обновить дашборд. Здесь довольно много кода, но я вас сейчас с ним познакомлю. Сначала мы обновляем компонент график, показываем, какие данные мы хотим обработать, и тип графика, который мы хотим увидеть. То есть здесь мы это не хардкодим. И в этом коде не так много сложностей. Как только мы познакомимся со всеми элементами, будет понятно. Во-первых, мы хотим отобразить данные на графике, которые мы здесь объявляем. Затем по событию onInitialized мы получаем данные из API, которые мы уже вставляли здесь наверху. Как только мы получили эти данные, я использую метод работы с данными и передаю данные. И затем нам нужно сконструировать этот объект данных, который у нас представлен в C-Sharp. Ну, немножко сложновато выглядит, но смотрите, вот что он делает. Он просто берет вот этот компонент график и отрисовывает эти данные. Теперь мы, надеюсь, увидим данные, которые соответствуют нашему приложению. Теперь мы видим список наших законченных ремонтов и еще незаконченных на основании вот этого флага, закончен он или нет. Это здорово. Мы можем данные видим в таком визуальном представлении. Но что особенно хорошо, это то, что теперь мы обрамили это все в API C-Sharp. Мы можем, например, мгновенно поменять тип графика. Мы можем просто поменять его здесь, в параметре тип. Нажать refresh. И не меняя код, мы видим пирог. Поэтому, когда вы работаете с JavaScript, вам нужно не моделировать все в C-Sharp, а просто передать эту информацию в JavaScript, и вам с ним не нужно работать. Один раз делаете вот эту обертку, и дальше все работает само. С точки зрения взаимодействия с JavaScript, наверное, все. Мы поговорили о валидации, о JavaScript, и еще одна вещь, о которой я хотел с вами поговорить, это авторизация и аутентификация в лейзе. Прямо сейчас наше приложение небезопасно. Мы можем куда угодно нажимать, никакого логирования не происходит. Но в реальном мире это не так. Мы хотим, чтобы все логинились в наше приложение, чтобы мы понимали, кто это, и можем, наверное, хотеть какие-то разрешения, потому что не каждый в организации должен иметь возможность смотреть на все экраны, например. Поэтому в последней части моего доклада я покажу, как мы можем сделать это в нашем приложении. В первую очередь нам нужно обезопасить наши API, потому что все, что мы делаем в приложении, будет создавать... В Blazor мы будем создавать только UI, а вся логика, на самом деле, загружается в браузер, и люди, вообще говоря, могут посмотреть на наши DLL и изменить вещи. Идем на сервер, в контроллеры. Вот что используется для того, чтобы наши данные представлять. Это хардкоженные данные. И я добавляю сюда атрибут Authorize.
И если этот атрибут у нас имеется, то я пытаюсь загрузить данные, и смотрите, не отображается ничего. С починками то же самое. И даже добавить новый запрос мы не сможем. Открываю инструменты браузера. 401 ошибка выдает наша API. Мы не авторизованы, не аутентифицированы. Мы не имеем права доступаться к этим частям приложения. Таким образом, мы обезопасили наш сервер, и теперь нужно как-то о пользователе позаботиться. Экран входа, подавать какое-то сообщение, если им нельзя той или иной частью приложения пользоваться. В первую очередь, помимо атрибута Authorize в Blazor, нам нужно, так же как на сервере мы уже сделали, на каждой странице добавить атрибут Authorize. И я, видите, использую здесь директиву атрибут из Blazor. Это тот же самый Authorize, который я добавил в контроллер. Моя страница говорит, вы сюда можете прийти только если вы авторизованы. То же самое для нового запроса на ремонт. И на экране просмотра всех заказов тоже. Теперь я добавил ко всем страницам авторизацию, но сейчас ничего не изменится. Почему? Потому что пока мы не расскажем Blazor о том, что должно поступать в приложение, ничего не произойдет. Я вам покажу ручной способ этого исполнения, потому что я хочу, чтобы вы увидели все детали. Но если вы используете Azure ID, B2C, какой-то OIDC, поставщик аутентификации или Microsoft Identity, то все из коробки будет работать с этим. Очень многие вещи будут автоматически сделаны. Но хочу вам просто показать, специально об этом говорю, хочу вам показать прямо ручной. Чтобы это работало, нам нужен провайдер. Создаю новую папку. И новый класс. Называю его Token Authentication State Provider. И вставлю сюда немножко кода. Вот так. Довольно много всего. Кое-что сверну. В первую очередь, я наследуюсь от базового класса, который называется Authentication State Provider. Почему? Как происходит аутентификация в Blazor? Любой компонент, которому не все равно, аутентифицированы вы или нет, используется Authentication State Provider. Он вызывает метод, который называется GetAuthenticationStateAsync, который мы переопределили в нашей версии. И этот, что делает этот метод? Для любого компонента, который его вызывает, он возвращает статус аутентификации. Авторизован, аутентифицирован ли пользователь или нет. И для всех, на самом деле, все поставщики Identity услуг, они здесь это предлагают. Поэтому обычно это, конечно, не делается вручную, но мы сделаем вручную. Теперь этому методу мы должны сообщить, как работать с... как понимать, аутентифицирован пользователь или нет. Для этого мы используем веб-токены в JSON. Когда вы логинитесь, вызывает вот этот провайдер и вызывает метод login и отправляет этот токен в локальное хранилище. Мы используем Blazor Local Storage и сохраняет его на локальное хранилище и говорит, если пользователь аутентифицирован. И вот в этом методе мы проверяем на наличие этого токена. Если он существует, тогда мы парсим парсим токен и пытаемся понять, кто это. Также мы вызываем
запрос на аутентификацию HTTP, который проверяет на то, что мы... Если у нас не было токена, то тогда нам надо вызывать Claims Identity. И это бы означало, что мы не залогинены. Вот что происходит с нашим провайдером. Мы его сами написали фактически. И добавляем вот в эту инъекцию созависимости. В основной метод. Есть у Blazor нет начального класса, как у других приложений на ASP.NET. Добавлю несколько сервисов. Мы здесь вот эти выражения вставим и провайдера токена. Мы добавляем несколько сервисов для аутентификации, обычный сервис авторизации .NET. Добавляю, собственно, Blazor Local Storage библиотеку, чтобы библиотека работала. И вот пару очень важных моментов. Мы добавляем его как сервис в контейнер. И очень важно, мы переопределяем провайдера по умолчанию, и мы говорим, что если компонент спрашивает про Authentication State Provider, то вместо этого подсунь ему наш токен Authentication State Provider. Поэтому, когда любой метод пытается проверить, аутентифицирован ли пользователь, он вызывает наш написанный нами провайдер аутентификации. И это вот входная точка нашего приложения. По умолчанию рутер Blazor не понимает атрибьют authorize, и мы его обновим, чтобы он использовал другой компонент. По умолчанию он рендерит все наши компоненты на странице. Мы его обновим. Поменяем его на компонент Authorized Root View. И, используя наш компонент, он определяет, можем ли мы заходить на те или иные страницы, в зависимости от того, залогинен мы или нет. Мы можем определить шаблон для неавторизованных пользователей, сказать, что мы хотим видеть. И на экране логина вы увидите вот эти фичи, они еще не имплементированы. Ну, их сейчас, они закомменчены, но сейчас верну их вам. Форма редактирования для имени пользователя и пароля. И здесь мы добавляем также наш Authentication State Provider. Здесь внизу у нас метод HandleSubmit для формы логина. И внутри мы забираем данные из формы, ожидаем ответа от API. Если пользователь аутентифицирован, то мы вызываем метод логин, который я вам показывал, чтобы сохранить наш токен, который мы получим от API, и в противном случае выдаем сообщение об ошибке. Отлично. Ну, вот что происходит. Теперь у нас все это есть, мы нажимаем «Сохранить». Обновляем. Да. Мы должны увидеть и видим наш экран логина. Теперь мы не залогинены. Если я в любую страницу своего приложения на Blazor зайду, то я увижу вот это окно логина. Давайте залогинимся как пользователь. Теперь, когда я аутентифицирован, я могу смотреть все страницы. Базируясь на этой логике, которую мы описали, это здорово. Но что бы мне хотелось сделать, это ограничить доступ к этим страницам для определенных людей, потому что, видите, у нас тут персональные данные, мы не хотели бы, чтобы все это могли видеть. Как нам ограничить право? Давайте я закрою все эти вкладки, чтобы вам было проще видеть. Также сверну вот здесь все. И посмотрим на нашу страницу просмотра заказов на ремонт. И у нее есть вот компонент карта.
Давайте я вставлю здесь другой компонент. Компонент называется Authorized View. Этот компонент будет использовать нашего провайдера аутентификации для того, чтобы проверить, может ли человек смотреть на эту страницу. И этот код говорит: показывай эту страницу только тем, у кого роль планировщик. Таким образом, мы здесь снова показываем все, что... все данные, о которых мы уже поговорили, и говорим, что вы должны быть залогинены, и у вас должна быть роль планировщика. Поэтому, да, здесь вот мы выводим сообщение, что у вас нет права просматривать эту страницу. Обновляем страницу. И теперь вы видите, что авторизации у меня нет. Все остальное прекрасно работает. Помните, я залогинился как пользователь. Есть две страницы, на которые я не имею никаких ограничений, но если я смотрю на все заказы на ремонт, то я получаю сообщение о том, что я не авторизован. Это все хорошо. Проблема заключается в том, что выйти и сменить логин я не могу. Нет такой опции. Но для этого мы на самом деле можем открыть инструменты браузера, приложения, локальное хранилище. Вот у меня веб-токен в JSON. Удалить его. И теперь, если я перезагружу страницу, я опять не залогиненный пользователь, и я могу снова залогиниться. Я залогинюсь снова как пользователь. Нет, не как пользователь, как планировщик. И теперь я могу видеть все свои запросы на ремонт, потому что я в правильной роли. Однако, это все еще не хороший опыт пользователя. Давайте поправим это. Чтобы это сделать, я могу пойти в свою папку с совместно используемыми компонентами и создам компонент статус пользователя. Вставлю сюда немного кода. Уже получаю нашу эту версию токена аутентификации. И в этот раз я более просто это сделал. Что я говорю? Если пользователь аутентифицирован, просто им достаточно быть аутентифицированным, то показывай вот эту вот контент в тегах. Я говорю: здравствуйте, выдаю имя и выдаю кнопку, позволяющую сделать логаут. И что этот метод делает? Давайте покажу. Он просто убирает этот токен из локального хранилища и говорит, что пользователь вышел, соответственно, надо обновить UI. Что здорово, это то, что в Authorized View вы можете все еще доступаться к информации о пользователе. Вот здесь из объекта контекст пользователь я могу найти, где он находится, и данные о нем. Все объекты, видите, все свойства их тоже доступны. Это очень мощный инструмент. Возвращаюсь к приложению. Нажимаю «Refresh», и не работает. Потому что я все время забываю добавить пользовательский компонент в заголовок. Добавляю компонент пользовательского статуса. Нажимаю «Обновить». И теперь у нас маленький кусочек UI появился, который, во-первых, показывает имя пользователя, а во-вторых, дает возможность сделать логаут. Все работает как ожидаемо. Круто! На этом все. Вот несколько полезных ресурсов о Blazor. Если у вас есть возможность и желание изучить Blazor, обязательно сходите туда. А сейчас я говорю спасибо.